Приглашаю вас в нашу обновленную экспозицию или в обновленные сюжеты лаборатории цвета. Если еще буквально месяц тому назад здесь на 16, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на 14 планшетах были выложены такие цветовые композиции, к которым мы давали даже такие эмоциональные описания, на что это похоже. Но они были такого, знаете, американского стиля. Мы заметили, что большинство американских дизайнеров интерьера очень классно смешивают так называемые нейтральные цвета или вот эти сложные грязные цвета, природные цвета, делая из них совсем не монохромные интерьеры. Это американский подход. Кроме того, мы заметили, что есть так называемый выставочный или итальянский подход. Это весьма условное обозначение, кто из них американский, кто из них итальянский. Во всяком случае, эти подходы несколько отличаются, потому что тот подход, который мы здесь показываем, смотрите, создан следующим образом. Мы вместо разноцветных композиций предложили фоны серые и фоны коричневые или бежевые. От самого светло-коричневого до самого шоколадного. И серые от самого белого до самого черного. А вот здесь, в наших прекрасных ящиках, мы имеем цвета. А так как у нас есть цвета, то мы позволяем дизайнеру теперь фантазировать. Очень часто итальянские интерьеры, они не перенасыщены многими цветами, а они используют фон и один цвет. Ну, например, мы хотим здесь сделать что-то с голубым. Отлично. Или дизайнер скажет, давайте обратим внимание, как будет это смотреться, ну, скажем, с зеленым. У нас благодаря подобному ландшафту исследований появляется возможность очень быстро исследовать большие области предпочтений. На начальном этапе проектирования это важнейшее. О чем разговаривать с заказчиком? На пальцах показывать, нравится, не нравится? Или давать пробовать, щупать, слышать? Дизайнер должен не свой памятник строить в интерьере заказчика, а отвечать на его задачу имеющимися у себя средствами. Именно для этого его приглашают. Не строить интерьер для себя, как это часто бывает. И не строить интерьер как памятник какому-то известному бренду, как это часто бывает. А строить интерьер для заказчика, используя все возможные инструменты, двигаясь от многозначности желаний к однозначности решений.